Всем привет! Сегодня будем готовить апельсиновый пирог. Он очень вкусный, очень ароматный, и готовится он очень просто. Понадобится мне для него 2 стакана муки, разрыхлитель, ванилин, 3 яйца, 1 апельсин или можно взять 2 мандарина. Понадобится мне от него сок и цедра. Также 3 четверти сахара от стакана. Мы измеряем обычным граненым стаканом. У меня чуть-чуть поменьше. Я его уже отмерила. Растительное масло, щепотка соли. Вот и все. Разбиваем сначала яйца. Пирог готовится очень быстро, поэтому духовку лучше включить заранее. Мы ее прогреваем до 180 градусов. К яйцам мы добавляем щепоточку соли и сахар. И все это взбиваем до белой пены. Теперь нам нужно с апельсина снять цедру. И выжимаем сок. Сок у нас должно получиться примерно 3/4 стакана, где-то вот так. Теперь нам понадобится 1/4 часть стакана масла. Поэтому просто добавляем их и перемешиваем. Теперь к яйцам выкладываем цедру. Сюда же пакетик ванилина. Сок с маслом. И перемешиваем. Теперь в муку нам нужно добавить 2 чайные ложки разрыхлителя без горочки. Перемешиваем. И вот сюда высеиваем. Теперь нам все это нужно очень быстро вымешать. На низких оборотах все перемешиваем. Вот такое тесто должно получиться. Оно достаточно гладенькое, льющееся. Теперь мы готовим форму. Смазываем ее растительным маслом. Тесто выкладываем в форму. Отправляем в духовку выпекаться примерно 30-40 минут. Пирог готов. Проверяем зубочисткой. Зубочистка сухая. Значит, все готово. Теперь оставляем остывать. Пирог остыл. Можно отрезать кусочек, показать. Если хотите, можете украсить его. Все на ваш вкус. Единственное, забыла сказать. Я брала форму 24 диаметром. Лучше брать 22. У меня просто ее нету. Тогда он будет повыше, попышней. Пирог получается очень вкусный, насыщенный достаточно апельсиновый вкус. Готовится абсолютно несложно и недолго. Уверена, если приготовите, сами все поймете, все вам понравится. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.